А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Веселый Джефф. Он делает действительно интересные и смешные видео с различными вызовами. Поэтому, если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего 6 сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Ребята, что мы будем делать сейчас в этой серии? Наверное, все-таки мы уже пойдем попробуем сразиться с ледяным гим-лидером, победить его и забрать право быть гим-лидером себе. Постараемся это сделать, также постараемся получить приз, это один мастербол. И, в принципе, у меня для вас есть некоторые новости, что я сделал вне серии, кого я прокачал, кого я нашел. Но, ребята, перед этим, как обычно, я бы хотел вас попросить поставить лайк, ведь если мы наберем 1000 лайков хоть сегодня, то сегодня выйдет новая серия Пиксельмона, ребята, это зависит от вас, я могу для вас сделать, но, в принципе, действительно, ребята, это зависит только от вас. Когда мы наберем 1000 лайков, тогда и выйдет следующая серия, сегодня или завтра, зависит только от вас. Также, ребята, не забываем оставлять свои комментарии, ведь я отвечаю на вопросы своих подписчиков, общаюсь с ними, поэтому, если вы имеете желание со мной пообщаться, все, что от вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий. И последнее, чтобы не затягивать, это подписывайтесь на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, не забываем. Ну и мы сразу же приступаем к тому, чтобы пойти и сразиться с гим-лидером. Ну, смотрите, я немного прокачал. Ну, Инфернеп, я, в принципе, Инфернепа не качал прям чересчур. Он у нас вроде был, ну, 61-й стал, 62-й, но я его не качал. Может, там парочку покемонов убил, поэтому он стал 62-м. Шанделур у нас 64-й. То есть Шанделур у нас на 2 уровня уже больше, чем сам Инфернейп. Может затащить. Просто я очень боюсь, то, что у той гим-лидерши, это вроде же она, а не он. У нее есть Глосион 78-й уровень. Глосион и вроде Дивгонг около 72-й, 73-й, поэтому я не знаю, сможем ли мы вообще их затащить. Если не сможем, тогда придем в следующий раз. Агрон у нас уже 53 уровень, я его, ну, немного прям, ух ты, он такой мелкий нафиг. Я его немного так прокачал, 53 уровень, это, конечно, очень большая хрень, с 53 уровнем, я не знаю, сможет ли он вообще затащить. Ну, и Пачириса у нас 56 уровень, Алена Моня, как мы ее назвали. В принципе, не тоже так уж и много, 56 уровень, это, если честно, даже мало. Я, ребята, честное слово, ну, я даю 40% то, что мы победим гим-лидера, потому что мне кажется, что это реально еще не хватает. То, что если бы Инфернейп хотя бы был 75-й, вот тогда бы мы бы затащили, мне кажется, 100%. Инфернейп бы сам там одного-двух покемонов убил, но сейчас не знаю. Также, ребята, я нашел, смотрите, кого я нашел. Я нашел в пустыне Шайни Скорупи. Вы, в принципе, сейчас можете видеть скриншот на экране, как я его нашел, как я его словил. Честное слово, ребят, я прям его словил. Вот я его словил в Квикбол, как вы можете видеть. Это реально очень круто, потому что я сначала не понял. Знаете, когда я летел на Ноктавле сверху, да, то я видел, там есть один обычный Скорупи. Скорупи обычный, он вроде такого фиолетового цвета, да. И потом смотрю, красный Скорупи. Я думал, о, очень круто, то есть я нашел, мол, босса, я нашел босса красного, и красный босс это один из самых лучших. А потом приблизился, нет, это не босс, это Шайни. Все же я его словил, я бы, конечно, его мог не ловить, потому что, можно сказать, это наш самый первый покемон, Шайни покемон в этом сезоне. Я его словил не на камеру, а вне камеры, но я так подумал, какого фига я его не буду ловить только потому, что кто-то может мне не поверить, хоть, ну... Вы сами видели на скриншотах то, что я его нашел, то, что я его ловил, то, что в чате я его не спамил. Я такой подумал, почему бы мне его не ловить, если я его честным путем нашел. Поэтому, ребята, это круто, то, что у нас уже есть первый шайни покемон, это Скорупи. Какого он типа? Он вроде там яд, да, он яд, яд и жук. В принципе, сойдет, шайни сойдет. Ладно, выкладываем всех ненужных покемонов.
Фух, ну что, ребята, вы готовы? Давайте мы еще сначала повыкладываем все наши вещички в сундуки. И пойдем, ребята. Я, честно, немного боюсь. Ну, не то, что боюсь, но я знаю, что... Почему-то вот у меня есть такое ощущение, что мы, ребята, в этой серии почему-то не выиграем. Вот есть у меня такое ощущение. Но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, что можно выкинуть? Это можно выкинуть, это можно выкинуть. Тут еще есть... Тут еще есть, тут еще есть это. Вот так, замечательно. И вот сюда это, и вот это, и вот это. Замечательно, шикарно просто. Ну что, ребята, мы, наверное, уже сейчас будем идти. Только мне еще нужно продать вот эти все вещички, знаете, чтобы просто-напросто очистить свой инвентарь, чтобы мы пошли на сражение прям с чистым, с чистой совестью, с чистым инвентарем, да. А, вот так. Сейчас, это вот сюда, это вот сюда, это вот сюда. А, вот, кстати, ребята, чуть не забыл, нужно же пропуски взять. Вот так, вот так. Кстати, смотрите, ребята, да, я уже прокачал орб, да, я уже прокачал орб. Пока я вот эти все ресурсы добывал, пока я прокачивал своих покемонов, Инфернепа до 62-го, Шанделор до 64-го, Агрона до 53-го и Пачерису до 56-го, я вне съемки прокачивал, то я и выбил вот эти все ресурсы. Вот кого я хочу. Ребята! Ну, 64 уровень. Мать твою, 64 уровень. Ребята, кто смотрел обзор? Кто смотрел обзор новой версии Пиксельмона 4.0.7, на которой сейчас уже стоит вот эта одиночка, да, вот этот сезон, то я сказал, что мой новый... любимый покемон это Зангос или Зангус, или как. Но я его, ребята, в данный момент убью, потому что он очень большой уровень, а я не хочу сразу ловить 60 уровня. Если честно, мне кажется, мы даже не сможем словить 60 уровня Зангоза вот этого, потому что у нас просто-напросто, наверное, болов на него не хватит. Но кто смотрел, тот, ребята, помнит то, что я говорил, что ух, мол, это мой новый любимый покемон, он мне, типа, реально очень нравится, я его потом постараюсь ловить. И вот, я не успел выбежать с дома, как он уже тут находится. А, твою мать, я думаю, почему я летать не могу? То есть, что-то, знаете, что-то хочу, но не знаю что. А я уже выложил Ноктавла. Но все же, смотрите, ребята, камера... 40-й уровень, знаете что? Вот, мы еще один уровень качнули. Вот смотрите, по пути, пока мы будем туда топать, мы еще сможем даже прокачать наших покемонов еще там несколько уровней. Потому что, ну смотрите, на один уровень Агрон уже больше стал. Как я уже говорил, хоть это и один уровень, но этот один уровень даст ему парочку ХП, этот один уровень даст ему парочку атаки, парочку защиты, и уже на парочку процентов будет больше шанс, то, что мы сможем победить у геймлидера. Хоть это и не прям супер-пупер как много, но все же там полпроцента то, что мы выиграем, хоть что-то, может даже иногда те же полпроцента подействую, да? Так, тут все нормально, звук это, знаете, иногда забываю звук потише сделать. И, в принципе, может мы сейчас еще по дороге боссов найдем, что, в принципе, вряд ли. Я также вне съемки пытался найти алтарь Забдуса, летал по вот этим... саваннам, но, к сожалению, я не нашел. К сожалению, ребята, я не нашел. Ладно, тпхаемся уже на место. Вот отсюда мы пойдем пешком, потому что по дороге мы, может, сможем кого-то найти. Ага, это я выкидывал, значит, не будем поднимать. Пожалуйста, дайте нам хоть парочку пылесосов, если вы сможете заспавниться. Очень нужно, прям честное слово, очень нужно прокачать. Вот там, как я смотрел, ребята, сейчас... Как я смотрел, да, Инфернейп уже практически 63 уровень. То есть, давайте мы ему уже вот этот один уровень докачаем. Может, из-за этого одного уровня мы как раз и сможем выиграть. Но я не знаю. Я просто честно не знаю, против кого сейчас кидать. Я не знаю, какой первый покемон будет у этой геймлидерши. Если, например, Лапрас, то мы, наверное, кинем... Если, например, Лапрас, то мы кинем Пачерису, потому что Лапрас... и водный, а Пачерису сможет его прям забодать очень сильно с помощью там одной-двух электрических атак. Она, в принципе, даже сможет убить Лапраса. Ух, как у меня светло стало, ну, секунду. Вот так вроде получше, а то реально просто... То вообще темно, то вот так солнце вышло и сразу так посветлело. Ну, смотрите, если она выкинет Лапраса как первого покемона, то, мне кажется, мы, наверное, кинем Пачерису, потому что Пачерису сможет забодать Лапраса даже очень и очень хорошо.
Но потом дальше, вот то, что дальше, я не знаю, кто там будет и против кого мне кидать каких покемонов. Инферней, по сути, это как Терминатор, да, он сгодится для, для всех машин, потому что у него там и... Так, выкинь ты, вот. А у него там и Close Combat есть, с помощью вот как, которого Aerobatics. Я не знаю, нормально ли это или нет, но вот как раз мы прокачали один уровень уже Инфернейпу. А давайте еще посмотрим, какие у него там атаки есть. Flame Wheel, но как видите, она не очень. Хоть в принципе мы сражаемся как будто огненным покемоном против против ледяных, то по сути огонь должен как будто растапливать лед. Но как вы видите, это реально почему-то не работает в том смысле, что он очень слабо бьет, или это атака слабая. То есть Инферней больше так сосредоточен на атаках ближнего типа, да, то есть боевых атаках. И у него есть реально там очень много, вот этот же вот это самая крутая, Close Combat. Вот это Match Punch, а Robatic это летающие. Давайте еще раз посмотрим. Да, Match Punch... 40 урона. Aerobatics за юзер. Короче, тут не пишет, какой урон, но пишет, что очень большой. Вот там снизу в описании пишет Massive Damage, то есть огромный урон. Но вот тут, где Power пишет, тут не пишет какой. Вот это 60, а Close Combat 120. То есть у нас есть только 5 атак Close Combat. Только 5 атак. И нам нужно их использовать с умом. Потому что если мы профукаем хотя бы одну атаку, то мы уже не сможем сюда вернуться. А сможем вернуться только на следующий день. У меня тут реально почему-то очень ключит возле этого гима. Ну что, ребята, покемоны... Нет, покемоны не все вылечены. Давайте вылечим, а то пошли бы сражаться. Ребят, я боюсь, честное слово. Это первое сражение с гим-лидер. Да твою мать. Я выключу дождь, потому что я сейчас не хочу дождь. Ну что, ребята, вот и настал момент. Выкидываем. Выкидываем пропуск. Вот мы выкинули, допустим. Ну что, давайте еще раз посмотрим. Вот Виаваля мы замочим простенько. Вот Дивгонг 73 уровень, это уже будет посложновато. Потому что я помню, когда меня Дивгонги там 45 уровень шмонали с одной автоатаки. То есть ваншотали меня. Поэтому я, если честно, не помню. Но 73 уровень, это вообще шапендрия должна быть полная. Вот Лапрас 54 уровень, это хрень. То есть по Чирису сможет его, ее... Не его, а ее, с одной из двух атак. Но вот то, что на десерт, это у нас Глассион 78 уровень, это жесть. Огромно. Ну что, ребята? Какого хрена Виаваль 84 уровень? Это не очень так честно. А почему он 84 уровень? Там же писало 54. Ну ладно, мы его замочили. 4 на 3. Какой в жопу... Кайри, а я думаю, какой нафиг Кайри? А Кайри это название, это кличка как бы ее покемона. Я такой смотрю, какой в жопу Кайри. Только не круто то, что... Да, твою мать! Она 84 уровень! А почему? То есть я как-то не могу понять. Не ударь, пожалуйста, пожалуйста. Ху! 3 на 2. Демикс это у нас кто? Демикс это у нас Лапрас. Это как будто клички, да, покемонов? Ну, пока что они нас не бьют. То ли не попадают, то ли не бьют. Пока что Манч... какой в жопу Манчлес? Инфернейп отлично справляется. Ну что, ребята, последний. Ю это Глассион должен быть, да? Последний Клоуз Комбат. Ребята, мы замочим только одним Инфернейпом. Я надеюсь. Пожалуйста, пожалуйста, потихонечку. Вот так по чуть-чуть урона. Мы ему не очень сносим, но и он нам не очень сносит. Давай, ребята. Давай. Пожалуйста, давай, попадай. Что там пишет? Он использовал защиту. Ну все, защита уже вроде прошла. И последний удар. Давай. Какой в жопу Манчлакс? Почему я продолжаю говорить Манчлакс? Инфернейп. Она использовала барьер.
Дальше. Ага, сейчас я вижу, я вижу, я вижу. It started to hail. Короче, ребята, последняя атака осталась, и она начала... Ага, она нас убила, твою мать. Но сейчас... Пожалуйста, не... Да, 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 я уже думал, офигеть, последняя атака осталась, и она нас сейчас замочит. Но нет. Это то, что выпало нам. Сейчас, 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 сейчас. Один мастербол. И вот значок гим-лидера, ребята. Мы стали гим-лидером ледяного гима. Да, да, у нас есть значок. Нам выпала какая-то специальная кирка. Вот с мода Pixelmon, да, то, что дополнительное. Crystal Pickaxe, ну, кирка. И 1, 2, 3, 4, 5 монеток нам выпали. Корона выпала, то, что как будто мы победили гим-лидера. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рар кэнди. Да, ребята. Давайте мы сразу же пойдем домой, поспим. Да, победили. Все-таки победили. Вот Инфернейп, это прям чудо. Инфернейп, мы, наверное, тебя будем брать в каждый гим. Потому что, хоть он и огненный покемон, но он отлично справляется, потому что у него куча боевых атак. И вы видели то, что... Я не знаю, знаете, что меня сначала удивило? То есть, я не понял Ice Gym. То есть, я уже хотел то ли... жаловаться или что? В том смысле, что смотрите, это какой-то то ли баг был, то ли я не понимаю. Вот смотрите, у Виаваля пишет 54 уровень, но у нее Виаваль был 80 уровень. Так, я подумал, нифига себе, 50 уровень и 80 уровень. Или там, 80, там 86 или 87 там был, не помню, или 84. Ну короче, на 30 уровней больше, чем вот тут. То есть я вообще охренел. То есть, ну ладно, 50-й мы бы тебя еще убили с двух атак, но 80-й мы его и так с двух атак убили, но все же был бы какой-то он умный, были бы у него какие-то отличные атаки, то 30 уровней это прям охренеть. Вот посмотрите, у нас Инфернейп 64 уровень, он их всех забодал с двух атак, можно сказать, практически, за исключением капитана, это Гласиона. А если бы он был 794, то он бы их всех с одной атаки убил. Поэтому, ребята, это реально как-то нечестно было. И, в принципе, Дивгонг тут пишет 73, а он был вроде 85. Это тоже жопа какая-то. Так же, как с Лапросом, 54, Лапрос был 84 или 85. А вот Гласен, я не знаю, тоже около 80 чем-то был. Короче, нас ребята хотели надурить. Все тут пишет 50, 70, 70 уровень, а они все 80 были. Но все же, ребята, мы даже с этим справились. И да, ребята, спасибо, кто со мной был, потому что мы реально. Ух, нифига себе, как ты круто кирку держишь. Прям какой-то инвалид, что ли, хрен его знает. Тут нормально, а когда вот так, то прям странно. Ага, но все же, ребята, мы справились. Корона нам выпала. Давайте посмотрим на нашу корону. А, значок выпал. Вот, смотрите, ребята, значок выпал. Вот он, крутой какой. Значишка. Значок, один мастербол. Да, и в следующей серии мы уже заспавним Олтерса. Мы прямо сейчас можем заспавнить, но я не хочу все совмещать в одну серию. Мы заспавним в следующей серии. И что самое, ну, в принципе, не прям самое крутое, но 5 монет, это действительно поиграет большую роль, потому что у нас уже 18 монет. Нам еще нужно 12, уже, нам еще нужно меньше, чем у нас уже есть, и мы сможем купить себе механическую наковальню, автоматическую, но механическую, которая будет за нас делать всю работу. Это, если честно, очень даже круто. Ну что, друзья, спасибо тебе, Юнко, да? Это, в принципе, девушка с короткой стрижкой, или это какой-то... Нет, все-таки девушка, потому что губы накрашенные, ну или может... Мальчик гей какой-то, да? Но все же спасибо тебе. Давай, я тебе пожму руку. На, жму. Ага, и мы тебя победили, мы победили, мы победили. Мы прошли первый ледяной гим. Да, ребята? Мы всех их вздрючили. Мы выкинули пропуска, которые мы добыли. И мы закончили с этим гимом. Да, ребята? Фух, это очень круто. Давайте... Пойдем домой, и я просто хочу посмотреть, сколько у меня есть в сундуках Rare Candy. В принципе, мы сейчас это все можем туда выложить и немного подкопить Rare Candy. Давайте выложим, где они. У нас есть 15 Rare Candy. Если мы их сейчас используем, то наш Инфернейп уже будет
а наш Инфернейп уже будет какой? 79 уровень. Он вообще всем жопы будет рвать. Но мне кажется, рано еще использовать. Используем мы, ребята, потом. Смотрите, у нас есть орб. В следующей серии мы уже заспавим себе Молтреса. И я сделаю стену почета. Не стену почета, а как будто коллекцию. Я опять забыл, как это называется. Ребята, подскажите, пожалуйста, как это называется? Я просто уже начал забывать русские слова, украинские, потому что я же не в Украине, не в России живу, я тут не разговариваю. Как это называется? Ну, как будто, как, допустим, ты спортсмен, да? И вот ты выигрываешь кучу кубков, ты выигрываешь кучу грамот, выигрываешь кучу медалей. Потом, допустим, это все складываешь в шкаф, и это все, у тебя там все висит на видном месте, и ты ходишь, о, это моя коллекция, моих грамот, моих там призов. Я как это называется, то, что вот это все вместе взять? Не коллекция, вот это слово я, ребята, забыл, поэтому буду рад, если вы мне напомните. То есть я создам отдельную комнату, какую-то отдельную стену, повешу там кучу рамок. И все же, если мы нашли ледяной гимн, значит, где-то по миру должны быть еще раскиданы и водный, и, не знаю, и огненный, и травяной. Поэтому, ребята, сейчас наша задача — это будет искать следующие гимны, подготавливаться и драть всем жопы следующим гимн-лидерам. И, в принципе, завоевывать место среди самых лучших тренеров и гимн-лидеров в этом мире покемонов, Пиксельмон, да? Поэтому, ребята, мы продолжим это все делать. И что я хотел сказать, я сделаю отдельную стену с этими большими рамками. И в эти рамки мы будем ставить вот эти, ребята, вот эти значки мы будем ставить, мол, вот на память мы победили вот этого гимн-лидера. И мы поставили этот значок в рамку на память то, что все-таки мы его победили. Да. Это, ребята, очень даже круто, мне кажется, на этом уже можно заканчивать серию, мы уже действительно с этим справились, я думаю, надеюсь хотя бы, то, что эта серия вам понравилась. Если понравилась, то поставьте лайк, ведь если мы наберем 1000 лайков, то в ту же секунду выйдет новая серия, да ты меня задрал, честное слово, в ту же секунду выйдет новая серия Пиксельмон, и в ту же секунду мы пойдем заспамим новую легенду, мы будем искать новые гимы, подготавливаться и становиться гимн-лидерами других гимов. Поэтому, ребята, если вы хотите больше серии, то не забываем ставить лайк. Также не забываем оставлять комментарии, если хотите со мной пообщаться, я отвечаю на ваши комментарии. Наверное, не каждый ютубер так делает, буду рад с вами пообщаться, если вы все-таки его оставите. И последнее, это подписывайтесь на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику. Я прям считаю каждого нового подписчика, кто вступает в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, не стесняемся, нажимаем подписаться, я буду очень сильно этому рад. На этом мы будем уже заканчивать, ребята, как я уже сказал. Всем спасибо за просмотр, мы действительно уже справились с этим гимом, наконец-то. Всем удачи, всем пока. Эй, дружок, притормози, вот сюда-ка посмотри, здесь ты видишь палец вверх. Вот нажал, и вот успех, я лайку буду очень рад. Ты же в курсе, ты ж мой фанат, у нас большущая семья, все подписчики и я.